Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же легко восстановить ваши данные, файлы, фото, видео, музыка, заметки и так далее. Самая первая банальная причина, которая нам помогут, это, конечно же, то, что находится в недавно удаленных. Если вы там поработали с какими-то документами, нечаянно их удалили, знайте, что они находятся в самом низу, недавно удаленные, и хранятся здесь до 40 дней. Это то, что касается фото-видео. Что касается заметок, точно та же самая история. Недавно удаленные, у вас есть 40 дней, после того вы уже не сможете восстановить, они будут недоступны, удалены. И то же самое относится к файлам. Есть папка «Недавно удаленная», точно так же хранятся, имеют свой смысл. Можно восстановить. Дальше, что несет характер того, как же нам восстановить, если вы потеряли телефон, повредили плату и все остальное. Это же касается того, что вам нужен iCloud. Именно то, что вы делаете резервную копию на вашем iPhone. Или же iTunes, на котором вы делаете через ПК. Опять же, отмечаете то, что вам интересно, и те приложения, те источники, которые будут делать резервную копию. Делайте резервную копию каждый раз, как ставите на зарядку при включенном Wi-Fi, если это телефон. Если вы вдруг как-то повредили, там, обновляли телефон, вы всегда можете восстановиться через iCloud. Опять то же самое по воздуху, по Wi-Fi. Вы знаете, что у вас, вот как у меня последняя копия вчера вечером в 9:01. Если я до этого времени ничего не закидал, какими файлами, что оно не успело внести в копию, я очень легко смогу восстановиться. Вот и все. То же самое делайте и вы. То же самое, что касается, зайдите домой, поставьте на ПК резервную копию. Перед каждым обновлением особенно это делайте. Выходите куда-то вечером, сделайте. Это всего-то, занимает всего-то пару минут. Поставили, пока вы там оделись, обулись, все, уже увидите, что поставили копию, на резервную копию. Или в iTunes, или в iCloud зашифрованный, как вам будет нравиться, но делайте. Делайте это отдельно на телефоне, делайте это на ПК. Вам же проще, и вам очень легко сможете восстановить ваши файлы. Вот что касается этого второго варианта, очень классно, если вы действительно уехали куда-то отдыхать, и вы сделали резервную копию на ПК именно тех данных, которые у вас уже хранились. Особенно вы сможете легко вернуть музыку, потому что музыка синхронизируется через Apple Music с помощью iTunes. Вот, поэтому это самый годный совет, который я могу вам порекомендовать в данный момент. С восстановлением фото данных я еще не нашел программы отдельной, которая не касается iTunes. Но я ее обязательно найду и запишу обзор, выставлю у себя на канале. А пока подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это есть и имеет смысл. Всем пока!